Равнение на право! Катер президента Российской Федерации приближается к фрегату адмирал флота Косасов. Командует кораблем капитан первого ранга Иван Рогатин. Корабли военно-морского флота уже прибыли. Через несколько минут они прошли парадным строем перед адмиралтейской набережной. Нева – одна из самых величественных, больших и красивейших рек России. Вместе с тем, это самая непостоянная, изменчивая и непредсказуемая акватория. На всем своем протяжении она часто меняет ширину русла, скорость течения, глубину и высоту берегов. Изменчивая вода Балтики также накладывает свои особенности. Порывистый, часто меняющий направление шквалистый ветер, нагнанная волна, узкость карбатора каменного ряда. Капитан второго ранга Алексей. Трибуна приближается к катеру «Армейцы Балтики» с боевым знаменем второго отдельного гвардейского сезона. Бронекотёр в первой Бобровской Сабинской краснознамённой бригады «Чих Карахей» Невьевской военной авиации. Продолжает парад катер «Григорий Дивиденд» с боевым знаменем первого Бобровского Белградского дивизиона бронекотёр, прославленной краснознамённой картинов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии. В годы войны флотилия участвовала в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии и Югославии, завершившие участие в штурме Венгрии. На линии дивизии знаменитой ордена шашевой бригады подводных лодок Северного флота подводный катер Евгений Колесин. Во время войны подводные лодки бригады активно действовали на коммуникациях противника, срывали его воинские перевески в Баренцевом море, прикрепляли сосредоточенные отбойные удары вражеских надводных кораблей,
осуществляли линейные доставки. Экипаж диверсионного катера «Аварии Янет» с гордостью проносит боевое знамя первой краснознаменной воздушевшего бригады районного Балтийского флота. В 1941-1945 годах тральщики Балтийского флота пробивали проходы в минных заграждениях противника, выполняли проводку кораблей и судов через минные поля. Боевое тральщение на Балтике продолжалось до 1957 года. В парадном строю противодиверсионный катер «Армеец Татарстана» с боевым знаменем Севастопольской ордена Нахимова первой степени бригады торпедных катеров Черноморского флота. Моряки бригады активно участвовали в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, ставили минные заграждения, уничтожали вражеские корабли в Черном и Азовском море. Бригады катера через Керченский Белосельский и Новороссийский десантных операций. Арматоре не был противодиверсионный катер из состава Каспийской артиллерии «Армеец Дагестана» с боевым знаменем 71-й отделения морской гвардейской службы бригады. Эта бригадная бригада, сформированная в октябре 1941 года из моряков Тихоокеанского флота, Амурской флотилии, а также курсантов Тихоокеанского и Казахского высших военно-морских училищ, сражалась под Москвой. За проявленные моряками мужество и доблесть, бригада первой из морских стрелковых частей достойна высокого звания гвардейцы. В парадном строю десантные катера воздушной каверни «Дикий серп» командует группой десантных катеров капитан первого ранга Георгий Дитерев. Катера «Атлантики» предназначены для высадки гильдии «Лисич» через гиды морской пехоты на необорудованное побережье. За счет особенностей конструкции скорость катера может достигать 30 узлов. На борту десантного катера «Алексей Варя» легендарный танк Т-34, разработанный конструкторской танкового отдела Харьковского завода номер 183 под руководством главного конструктора Михаила Рожного. Танк Т-34 проявил себя как один из лучших танков в годы Великой Отечественной войны. Продолжает парадную группу десантный катер Каспийской флотилии Т-178. На его борту установка залпового огня БМ-13, знаменитая «Катюша». Первые машины были собраны в июне 1941 года в Воронеже на заводе имени Клинтера. Уже 14 июля залпы опытной батареи реактивных минометов под командованием капитана Ивана Федоровича Черова буквально смели с лица земли фашистские эшелоны на станции Горша. Ни одно крупное наступление Красной Армии, начиная со второй половины 1942 года, не обходилось без массированного применения реактивной артиллерии. Залп полка «Катюши» составлял 576 снарядов калибра 132 мм. При этом живая сила и боевая техника уничтожались на площади свыше 100 гектаров, на дальности до 8 километров. В атаковом строю корабли противоминной обороны дважды краснознаменного Балтийского флота командуют группой кораблей капитан второго ранга Дмитрий Барахин. Опыт Великой Отечественной войны и послевоенных конфликтов показал, что флоту необходимы мощные минно-тральные силы. Сегодня соединения противоминной обороны поддерживаются в высокой степени боевой готовности. Современные тральщики для выполнения противоминных действий оборудованы глубоководными, контактными, электромагнитными и акустическими травмами. Для решения задач самообороны на них установлены 30-миллиметровые артиллерийские установки. Тральное вооружение этих кораблей позволяет корабельными средствами обнаружить все типы морских мин на различных глубинах. В парадном строю кораблей противоминной обороны базовый тральщик Павел Хеннер командует кораблем К-1.
капитан-лейтенант Алексей Мащенко. Тральщик назван в честь командира отделения минеров 1-й бригады тральщика Таллинского морского оборонительного района. Старшины 1-й статьи Павла Александровича Хемина. Усиление противовоздушной обороны групп кораблей от низколетящих средств нападения, прикрытие этих групп от атак легких сил противника. В парадном строю малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищ». Командир корабля капитан 3-го ранга 1-1. Это головной корабль серии «Каракурт», который представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского флота, разработанных Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр». Отличительными характеристиками корабля являются высокая скорость, увеличенная автономность и значительная до 2800 морских миль дальность плавания. Малые ракетные корабли данного проекта расширяют оперативные возможности флотов. Конечно, вы уж тут всех растолкали. Что они говорят? Ракетные корабли проекта «Каракурт» по своей конструктивной идее
возможности и аналоговые. В зависимости от поставленной боевой задачи, тактика корабля может уничтожить ракетный эсминец, военную базу или аэродром противника. Задачи могут выполняться как в одиночку, так и в составе корабельных ударных групп. Кроме высокоточного ракетного комплекса с проверенными в боевой обстановке крылатыми ракетными комплексами, эти корабли обладают передовыми комплексами управления, противовоздушной обороны, навигации и радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионными средствами. В компактном корабельном корпусе заключена огромная боевая мощь. Строй ракетных кораблей, малый ракетный корабль «Великий Гибсус», названный в честь одноименного города Вологодской области. Командует кораблем капитан третьего ранга Алексей Бабай. Малый ракетный корабль проекта «ФЛИНМ» представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского флота, построенных Зеленогорским судостроительным заводом. Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными условиями и установками «Хагалит», позволяющими наносить удары ракетами ракетных «Хагамас», так и по наземным целям, на ракетном комплексе, а также 100-миллиметровой артиллерийской установкой. Отличительной особенностью этих кораблей является специальное покрытие корпуса и особая конструкция для скользкого сюжета, что значительно уменьшает вероятность обнаружения корабля в море. На фарватер либо выходит группа гидрографических судов военно-морского флота. Большой гидрографический катер «Георгий Зима» 6-й океанографической экспедиции Балтийского флота под управлением Евгения Варвара несет флаг Русского географического общества. Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. Раз в годы общества руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. Общество публикуется в 600 научных изданиях года, оказывает грантовую и информационную поддержку производства фильмов о культурном и природном достоянии России. Совершает парадное сравнение большой гидрографический катер Михаил Казанцев, 42-го района гидрографической службы Балтийского флота. Управляет катером Василий Рассадов. Катер предназначен для выполнения высокоточных тысячных сезонных в целях картографирования, а также обслуживания плавучих предостерегательных и обеспечения безопасности плавания. Гидрографическая служба военно-морского флота была создана в 1827 году. Со своим современным видением она предназначена для решения задач эксплуатационных гидрографических топографическому и гидрометеорологическому обеспечению сил военно-морского флота и других видов вооруженных сил России.
больше и вот мачты там. А, нет, так же тоже шарик. На экранах город Кронштадт. Место глубоко символичное для каждого русского моряка. Вся история российского флота связана с этим городом. Кронштадт и сегодня является сердцем и духовным центром военно-морского флота. В ходе главного военно-морского парада корабли, которые посвящены под размещение и осадки, не могут зайти в его, пройдут здесь морским судоходным каналом Санкт-Петербург. Парад настроения. Корабли будут сформированы в тактические единицы в соответствии с боевым предназначением и решаемыми задачами. Морской парад на Кронштадтском рейде открывает корабельная ударная группа из состава прославленной краснознаменной ордена Нахимова первой степени бригады открытых кораблей и катеров Балтийского флота. Возглавляет парадный строй гвардейский ракетный катер «Чувашев», проект «Молния» из состава первого гвардейского дивизиона ракетных катеров. Командир корабля – капитан третьего ранга Артем Старков. Россия является первооткрывателем в области постройки ракетных катеров. Малый размер вероятности, высокая скорость, маневренность, ощущенные корабли проекта 775 кораблей. Командир корабля капитан ранга Николай Алексеев. И Минск, капитан второго ранга Антон Никулин. Большие десантные корабли океанской зоны этого проекта являются основой российского десантного флота. Корабль предназначен для высадки морского десанта с боевой техникой как на оборудованное, так и на необорудованное побережье. Корабль может использоваться для транспортировки войск, грузов и для постановки линейных заграждений. Последние десятилетия корабли использовались для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. Полтава – это воссозданный первый корабль Петра Первого. Продолжает парадный строй большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков. Командир корабля – капитан первого ранга Александр Визеев. Корабли этого класса предназначены для поиска, снижения и уничтожения подводных лодок самостоятельно. И дворцовый мост закрывается. Обеспечение противолодочных обороны кораблей с базы и на переходе моря. Отражение атак воздушных и надводных сил противника. В январе 2020 года экипаж большого противолодочного корабля «Лицезера Ролоков» в ходе межфлотского перехода принял участие в межвидовом оперативном учении Северного и Черноморского флотов под руководством Верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в акватории Черного моря. Экипаж корабля – профессионально подготовленные моряки, достойные продолжатели славы и героических традиций моряков Северного флота. На своем? Твоё. Савион. Корабли, да? Вон мост, смотри. Да. Закрывается. Закрывается мост. Мост закрывается. Иди сюда, дочь. Вон мост закрывается. Смотри, мост закрывается. Смотри. Завершает прохождение тактическая группа подводных лодок в составе больших дизель-электрических подводных лодок «Старый Москов», командир корабля капитан второго ранга Алексей Кожевой и Петропавловск-Камчатский. Смотрите, как интересно, да? Вот видишь, как они вовчик мост был подсвечен. Оптимальное сочетание акустических сохранностей. Дворцовый мост закрыт. Это бывает только один раз в год на репетиции. И
на параде. Днем разводишь мосты. Посмотрите, посмотрите. Вот такая махина закрылась. И позади дворцов у нас так тут камера и университетская набережная. Посмотрите, вон Петропавловск.